Пользуясь случаем, я хотел бы, во-первых, приветствовать всех жителей Кузбасса. Это особая русская земля, от благополучия которой зависит и благополучие страны. Потому что Кузбасс греет, дает энергию, силы всему государству российскому. Кроме того, в Кузбассе замечательно развивается церковная жизнь. И в этом большой личный вклад губернатора Амана Гумировича Тулеева, которому я также передаю свое приветствие и самые добрые пожелания, а также всех тех замечательных людей, которые своими духовными, материальными усилиями создают тот нравственный фундамент, без которого не может сегодня жить современный человек, сталкивающийся с множеством проблем. Проблем опасных, проблем, способных разрушить человеческую личность. Вот дай Бог, чтобы жители Кузбасса были материально крепки, благополучны, духовно стойки и имели ту необходимую внутреннюю силу духа, которая является условием любой победы. А побед нам следует одерживать сегодня очень много, если мы хотим изменить жизнь страны к лучшему. Вот станут же эти пикеты землю крестьянам, воду матросам, ну как обычно, там реформы ЖКХ там. Я говорю, ну что ты стоишь? Ну, езжай, Прокопий, сбери 10 домов. И давай вместе наведем порядок. Никого. Ну другой-то нет у нас реальной силы. Партия «Единая Россия». Ну нету другой реальной силы. «Единая Россия» в Кузбассе. Аман Тулеев, Борис Михалев, Татьяна Алексеева. Команда Амана Тулеева. Движение только вперед. Здравствуйте, в студии Александр Поморцев. Обо всем, что волнует кемеровчан, прямо сейчас. Права поделят, обязанностей прибавят. Сейчас будет специальная категория. Нужен ли кемеровчанам новый закон о водительских правах? Вверх по карьерной лестнице. На угольных предприятиях области подвели итоги наставничества. Что год бюджетный нам готовит? Так же, как и год назад, при составлении областного бюджета главным приоритетом оставалось улучшение качества жизни жителей Кузбасса. Депутаты областного совета приняли в первом чтении бюджет Кузбасса на 2012 год. Народный и прозрачный. Таким, по мнению Амана Тулеева, должен быть главный финансовый документ Кузбасса на 2012 год. Сегодня на 42-й сессии областного совета народных депутатов губернатор Кемеровской области выступил с бюджетным посланием. Каким будет финансовое будущее Кузбасса, разбирался Аркадий Кемеев. Точная копия этого артиллерийского орудия 150 лет назад охраняла казну Кузнецкого уезда. Сегодня казна Кузбасса называется бюджетом и исчисляется 70 миллиардов. Так что в сундук ее не спрятать при всем желании. А чем больше денег, тем сложнее их грамотно потратить. Поэтому бюджет – это главный финансовый документ, по которому живет регион. Мировая практика показывает, хочешь, чтобы активно развивалась угольная промышленность, вкладывай деньги. Традиционно первой темой бюджетного послания является угольная промышленность. Визитная карточка и гордость региона. В этом году Кузбасс поставил рекорд по сумме инвестиций в отрасль. Они составят 55 миллиардов рублей. 80% этой суммы было потрачено на техническое перевооружение отрасли. Кемеровская область – первый регион России, вышедший на мировой уровень инвестирования в угольную промышленность. $15 в одну тонну. И еще один рекорд. В этом году было добыто 190 миллионов тонн черного золота. Налоговые поступления в бюджет составят 37 миллиардов рублей. Если взглянуть на диаграмму, то невооруженным взглядом видно, что львиную долю налоговых поступлений в бюджет составляют именно доходы от угольной промышленности. Неудивительно, что когда составляется главный финансовый документ области, им уделяется особое внимание. По словам губернатора, такой труд и оплачиваться должен соответственно. По итогам 2011 года зарплата в среднем по угольной отрасли 32 тысячи. Это на 15,5% больше. То есть где-то она больше.
и под 60, и под 70. На поверхности где-то меньше, к сожалению, 8,9, но в среднем 32 тысячи. В этом году во всех городах и районах Кузбасса проведено более 20 тысяч проверок управляющих компаний и жилищных товариществ. Выявлено более 30 тысяч нарушений. В результате кузбассовцам вернули 6 миллионов переплаты за коммунальные платежи. И тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Кузбассе остаются одними из самых низких в Сибири. Одна из наиболее проблемных статей бюджета – поддержка предпринимательства. Дело в том, что с нового года Минфин станет забирать из региона даже те доходы, которые сегодня поступают в областную казну. Например, с 1 января 2012 года бюджет потеряет 60% доходов от акцизов на алкоголь, а это 1 миллиард 300 миллионов рублей в год. В такой ситуации выделять средства на поддержку предпринимательства станет сложнее. Мотивы должны быть у муниципальных органов власти для развития бизнеса, для того, чтобы бизнесу составлять, организовывать нормальную работу. И налоги должны оставаться на местах. А вот содержание органов внутренних дел со следующего года будет обходиться Кузбассу намного дешевле. С 2012 года полиция полностью переходит на государственное финансирование. Но тем не менее на определенную помощь со стороны области полицейские все же рассчитывают. По профилактике нарушений дорожного движения, по профилактике рецидивной бытовой преступности. Вот здесь эти средства уже заложены в бюджет области. Жилищное строительство – еще одна из приоритетных статей бюджета. По количеству введенного в эксплуатацию жилья, а это 1 миллион 100 тысяч квадратных метров только в 2011 году, Кузбасс – один из лидеров по всей России. Большое внимание уделяется индивидуальному строительству и малоэтажной застройке. В 2012-м руководство области рассчитывает увеличить объемы застроек, а значит и бюджетных средств потребуется значительно больше. Только на реализацию областной жилищной программы будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. По жилью у нас происходит примерно на 30-40% рост к уровню 2011 года, примерно такое же увеличение к уровню 2010 года, поэтому будут выделяться деньги на развитие инфраструктуры, то есть обеспечение инженерными сетями площадок малоэтажной застройки, новых площадок микрорайонов целых под строительство многоэтажного жилья. Поэтому по программе департамента строительства у нас будет только рост, только позитивные движения. Несмотря на статус промышленного региона, в сфере сельского хозяйства Кузбасс в этом году полностью обеспечил себя зерном, картофелем и овощными культурами. Так что на ввоз этих продуктов бюджетные деньги тратить не будут. Но в животноводстве ситуация не такая радужная. Молоко и мясо мы по-прежнему закупаем в других регионах. Приоритетом в 2012 году станет создание новых животноводческих хозяйств и освоение брошенных земель. Минус заключается в том, что еще много земель, которые заброшены, пустующие, заросли, и мы хотели бы в будущем году сделать упор на освоение тех земель, которые на сегодняшний день бездействуют. Земли есть, и мы ведем подбор тех предпринимателей, которые готовы активно развивать эти земли, выращивать сельскохозяйственную продукцию на благо наших жителей. С учетом всех факторов, дефицит областного бюджета в следующем году составит больше 8 миллиардов рублей. Но несмотря на это, главный финансовый документ области останется социально направленным. Около 14 миллиардов рублей из бюджетных средств будет направлено именно в социальную сферу. Ни одна из существующих в Кузбассе льгот не будет упразднена. Более того, появятся и новые. Кроме того, ожидается рост зарплат. По словам Амана Тулеева, если человек больше зарабатывает, то он покупает хорошую машину, новую мебель, дорогую технику, добротно одевается и чаще отдыхает со своими детьми. То есть создает целую цепочку новых рабочих мест. И это лучший способ погасить дефицит бюджета. Так же, как и год назад, при составлении областного бюджета главным приоритетом оставалось улучшение качества жизни жителей Кузбасса. В окончательном чтении его примут только в декабре. А нам с вами остается надеяться, что освоение главного финансового документа области не обманет наших с вами ожиданий. Аркадий Кемеев, Георгий Головин, новости моего города. В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект, согласно которому водителям нужно будет получать права нового образца. Так что категорий станет больше. Об этом сегодня и рассказал депутат Государственной Думы Владимир Гридин. Сделает ли нововведение безопаснее кузбасские дороги, узнавала Наталья Токмагашева. Сергей Борисович, водитель со стажем, считает, он как никто знает самых опасных участников дорожного движения. Говорит, Бог отвел. Он ни разу не попадал в ДТП из-за водителей мопедов и скутеров. Очень сильно мешают. Я сразу же притормаживаю, сразу же еду рядышком осторожно, аккуратно, вот, чтобы, ну не дай бог, может свернуть. То есть непредсказуемо, совершенно непредсказуемо, как они себя ведут. Вот, неадекватно будет. Сотрудники ГИБДД подтверждают, действительно, скутеристы и владельцы мопедов очень часто не вписываются в общую картину водителей, где каждый должен иметь права и одну единственную обязанность – знать правила дорожного движения.
В этом году произошло 5 ДТП с участием мопедов. В них пострадало 9 человек. Мопедисты, они являются такими же участниками дорожного движения, как и все. И поэтому они обязаны знать правила дорожного движения. Сейчас, чтобы кататься на мопеде, не нужно получать права. Достаточно купить железного коня. Ограничений в возрасте тоже нет. Поэтому водители двухколесных транспортных средств с малым объемом двигателя обычно подростки. Согласно новому законопроекту, чтобы снизить количество ДТП, детям до 16 хотят запретить садиться за мопеды. Сейчас будет специальная категория М. М называется будет. И для нее будет выдаваться специальное водительское удостоверение. Ну, опять же, для тех, кто не имеет удостоверения других категорий. То есть 16 лет можно будет сдать теоретический экзамен и получить такое удостоверение. Законопроект изменит жизнь и водителей маршрутных такси. Согласно нововведению, лица, приехавшие из-за рубежа, должны подтвердить свою категорию в нашей стране. Иначе за рулем сесть не разрешат. Такое решение было принято из-за жалоб пассажиров. Очень часто люди возмущаются. Иностранные водители ездят как попало. Они зачастую непонятно, с какими документами управляют транспортными средствами. Водительских категорий станет больше. К привычным А, Б, С, Д, Е припишут цифры. Точнее, существующие деления конкретизируют. Например, категория С – это разрешение на вождение грузовиков. Теперь помимо нее появится и категория С1, дающая право ездить на грузовых автомобилях от 3,5 до 7,5 тонн. А вот категорию С и Е давать будут тем, кто желает водить автомобили с прицепом массой 750 килограммов. Те, кто имеют удостоверение, категории там А, Б, С, Д, Е, да, они с этими удостоверениями и продолжат работать. То есть ничего им не нужно не пересдавать. Нововведение вступит в силу, скорее всего, уже в следующем году. Законопроект принят только в первом чтении. Наталья Токмагашева, Станислав Грушевский. Новости моего города. Кемеровские спасатели разбирают дом в жилом районе «Пионер». Постройку специальная комиссия признала аварийной. Дом соорудили еще в 1956 году. Семью оттуда переселили в благоустроенную квартиру. Сейчас на месте работает спецтехника. Спасатели убирают хозяйственные постройки, освобождая территорию от мусора. За последний месяц это уже второй снос ветхого жилья. Прошлый год ликвидировали постройку в Рудничном районе. Работы там велись по программе «Снос ветхого жилья с подработанных шахтами территорий». Лихие 90-е возвращаются. В Новокузнецке прямо на рабочем месте застрелен предприниматель. Сотрудники следственного отдела Новокузнецка выясняют обстоятельства гибели Андрея Кабакова. По одной из версий, владелец городской автомойки пришел на работу к 10 часам утра, прошел свой кабинет и сел за стол. Сразу за ним последовал неизвестный. Он произвел несколько выстрелов, от которых потерпевший скончался. Виновник преступлений и мотивы его совершения пока не установлены. В настоящее время следствием отрабатываются ряд версий совершения данного преступления. Основная версия – это коммерческая деятельность мужчины, порядок вещей в кабинете нарушен не был, также не похищены никакие ценности. На столе как была, так и осталась лежать крупная сумма денег. В настоящее время также проводится следственное действие, направленное на сбор доказательств. Проводятся оперативные действия на установление преступников, совершивших данное преступление. Назначено проведение ряда судебных экспертиз. Сегодня на заседании клуба директоров холдинговой компании «СДС Уголь» подвели итоги наставничества. Для каждого молодого специалиста, который приходит на предприятие «СДС Угля», разрабатывается специальная индивидуальная программа профессионального роста. И каждому определяется наставник. В течение 3 лет начинающих работников готовят, чтобы в итоге сделать из них грамотных управленцев. Так молодые люди проходят путь, например, от мастера до начальника участка. Сегодня на встрече выступили сначала сами наставники, а затем и молодые специалисты, чтобы рассказать, чему же им удалось научиться. Всего участниками этой программы стали более 500 начинающих специалистов с 2008 года. Одна из проблем, с которой они сталкиваются, на практике порой все оказывается совершенно не таким, как в теории. Здесь-то опыт наставников и приходится как нельзя кстати.
с ним как бы и по яме поездил, и по АБК походил, посмотрел, кто чем занимается. Он довольно-таки быстро ввел меня в курс дела, что будет входить в мои обязанности и какие структурные подразделения будут получать информацию от меня. Какие реальные шаги бизнеса в социальной сфере могут и должны быть поддержаны СМИ и донесены до общественности? Ответ на этот вопрос пытались найти на заседании Кузбасского медиаклуба. За ходом споров и обменом мнений пристально наблюдала наша съемочная группа. Место проведения очередного заседания Кузбасского медиаклуба – Кемеровский областной театр драмы. В звездном зале на 2 часа собрались представители бизнеса, власти, общественности, ученые, студенты и, конечно, журналисты. Звезд с неба, несмотря на место проведения, собравшиеся не хватали, но к теме подошли серьезно. Тем более, что, несмотря на несколько заумное название, социальная ответственность бизнеса и ее отражение в СМИ, касалась она каждого кемеровчанина. Если 10 кемеровских компаний профинансировали городской конкурс или полезный социальный проект, и горожанам от этого стало жить немного лучше. Должны ли СМИ сообщить, на средства каких компаний состоялся праздник? Тема выдвинули журналисты. Она, конечно, очень сложная, социально-экономическая. Но, как выяснилось, очень оказалась интересная пиарщикам, пресс-секретарям и всем нашим участникам встреч, которые к нам приходят. В ходе дискуссии две команды от бизнеса и от СМИ пытались найти понимание в трактовке понятия «социальная ответственность бизнеса», а также значимости для общественности социальных проектов, реализуемых компаниями. В работе команды бизнеса принял участие в режиме онлайн эксперт из Москвы, инициатор обсуждения именно этой темы, представитель федерального сотового оператора «Теле2» Владимир Силин, руководитель региональных коммуникаций и политики по социальным вопросам «Теле2 Россия». Рассказал о том, как на федеральном уровне происходит взаимодействие бизнеса и СМИ, а также о принципиальном отличии корпоративной социальной ответственности от благотворительности. Последняя не нуждается в освещении СМИ. С Теле2 мы в этом году уже провели фестиваль по паркуру и фрирайду, сибирский фестиваль. Мы провели форум «Город нового поколения», мы провели Кемеровское молодежное вече. То есть это непосредственное участие действительно в молодежной политике. И их аудитория – это молодежь в первую очередь. Главный вывод встречи – социальные мероприятия компании нужно проводить так, чтобы они были любопытны обществу, а значит и средства массовой информации. Выработать критерии интересности, которые станут подспорьем бизнесу и СМИ в информационном обеспечении социальной политики кузбасских компаний – следующая задача, которую медийщикам без помощи депутатов, власти, общественности сформулировать непросто. Уж слишком много подводных камней оказалось в теме, в числе которых, например, и закон о рекламе, который вынуждены соблюдать СМИ. А потому продолжение дискуссии планируется провести в Общественной палате региона. Елена Мешкова, Людмила Казаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. И это еще не все. Смотрите далее. Театр не за искусством, а за здоровьем. Нужно же и кровь сдать на пользу людям. В Кемеровском театре для детей и молодежи состоялась благотворительная акция «Милосердное сердце – не камень». Скакуны на страже человеческих жизней. На лошади можно объехать гораздо большую площадь для поиска потерявшегося. Спасатели показали единственный в Сибири конно-кинологический отряд. В столице Кузбасса откроется уникальный спортивный центр. В чем его особенности, сегодня расскажет человек, который стоял у истоков его строительства – Александр Брыксин. Смотрите сразу после выпуска новостей. Кузбасских электромехаников знает вся страна. Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» Березовский электромеханический завод представлял свою продукцию на выставке «Экспо Сибирь». Предприятие давно зарекомендовало себя как производитель пенополиуретановой теплоизоляции и металлопродукции для шахт нашей области. Но главная гордость завода – трансформаторные подстанции. Их качество отвечает самым высоким стандартам. Поэтому, невзирая на большую конкуренцию, в соседних регионах отдают предпочтение Березовским электроустановка. Только в 2011 году спрос на них вырос в 1,5 раза. Именно отзывы потребителей являются основным критерием при определении победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Кузбасса». В этом году завод подтвердил свой высокий статус, став дипломантом как на региональном, так и на федеральном уровне. Это продвижение нашей продукции вперед, увеличение товарной составляющей. Если мы в прошлом году трансформаторных подстанций изготавливали 32 штуки, то в этом году у нас 43 будет. То есть это увеличение количества выпускаемой продукции и продвижение на рынок в соседней области.
Одной из тем выставки «Экспо Сибирь» на этот раз стала безопасность. Сегодня Кемеровская областная поисково-спасательная служба показала свои экспонаты, причем живые. Это лошади. Несмотря на то, что на выставке были показаны современные разработки, скакуны по-прежнему остаются неизменными помощниками в спасении людей. Причем вместе с собаками. На лошадях они ездят в специальных седлах. Конно-кинологическая группа существует в поисково-спасательной службе уже не первый год и до сих пор является единственной в Сибири. По словам спасателей, им часто приходится вести работу в местах, куда техника попросту не может пройти. Поэтому эти скакуны уже не раз спасали жизни людей. У нас был случай, когда спасатели должны были пройти порядка 40 километров только до домика, где предположительно потерялся человек. Естественно, спасатели, ну и тем более собаки, пришли в район поиска уже уставшие, ну и не способные так активно вести поиски. На лошадях этот путь преодолевается значительно, во-первых, значительно быстрее, во-вторых, сохраняет силы спасателей. Поделиться не только талантом, но и кровью. В Кемеровском театре для детей и молодежи сегодня прошла благотворительная акция в рамках празднования 20-летнего юбилея этого коллектива. О том, как на один день театр превратился в медицинское учреждение, в нашем сюжете. Представляешь, если у меня кровь заберут, я упаду в обморок. Нет, не надо. А просыпаюсь от того, что меня целует красивый мужчина. Через 120 лет. Привет. Эта реприза родилась здесь ранним утром в фойе театра для детей и молодежи. Актеры немного нервничали, потому что им предстояло пройти через необычную процедуру – поделиться кровью с теми, кто в ней нуждается. Чтобы было не так страшно, они пригласили поучаствовать в акции наиболее преданных зрителей, которые вместе со своим театром готовы на любые подвиги. Знаете, театр очень часто проводит интересные акции, в том числе очень социально важные. Я стараюсь каждый раз поддерживать эти акции. Но сдать кровь для людей нуждающихся – это просто святое дело. Мы с актерами этого театра одной крови. Подкрепившись утренним сладким чаем, участники акции поднимались на второй этаж, где развернулась настоящая медицинская лаборатория. Такого стены театра еще не видели. Импровизированные регистратуры, кабинеты терапевта, лаборанта – соблюдены абсолютно все правила, необходимые для стерильной сдачи крови, которая, по мнению специалистов, у актеров… Все так же, как и у всех, несмотря на то, что люди немножко странные. А еще я хочу сказать, что очень сложно в этот театр купить билеты, потому что зал очень маленький, билеты расходятся очень быстро. Несмотря на то, что вот я лично здесь рядом живу. Актер Федор Бодянский очень серьезен и сдержан. Ответственная миссия поделиться с другими жизнью наложила отпечаток на его настроение. Хотя артисты каждый день выходят на сцену и отдают зрителям талант, энергию, душу, профессия обязывает. На сцене-то кровь не проливает, хоть и всякое бывает. Вот. Ну, раз уж мы дарим частичку себя каждый спектакль, то ну как бы нужно же и кровь сдать на пользу людям. Вот, раз уж есть такая возможность помочь. Медики уверили, что сегодня работать в театре они будут до тех пор, пока не примут всех желающих стать донорами. Заключительная часть акции «Милосердное сердце не камень» состоится 23 ноября, когда пройдет презентация благотворительного проекта «Театр для детей и молодежи» совместно с Кемеровской службой крови. А зрители не только узнают актеров с другой, человеколюбивой стороны, но и посмотрят спектакль по пьесе Островского с оставшим сегодня символичным названием «Сердце не камень». Оксана Фолина, Людмила Казаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. Как говорится, сдать кровь может только человек. Да люди вообще многое могут. Например, построить грандиозный спортивный комплекс. Новости спорта через пару минут.